Привет всем любителям рандома, привет всем любителям открытия сундучков. Сегодня Даркраш и Льеро будут, собственно, взламывать вот эти синие, непонятно как там называющиеся сундуки. Называются они «Серебряная штормиха». Ну, пока Димон в голове своей шаманит, варит зелье, там, не знаю, чем он занимается, потому что нам надо реально выбить отсюда лисичку-сестричку и желательно с эффектом ундюжил, потому что всякое говно пускай идет лесом. А нам нужна лисица крутая. И, собственно, сегодня мы откроем, я даже не знаю, сколько мы откроем, Димон? Я думаю, давай 6 на 6, 36, все, что мне научили в школе. Отлично. Поэтому 6 сундучков в ряд и вверх, и вниз. И вверх, и вниз, и вперед, и назад. Давай, только ты не увлекайся, а то еще кончишь. Давай, открывай. Кончим. Открывай с любого, с какого сам пожелаешь. Давай, начинаем. Давай, быстрее, начинай. Прямо заводи свою шарманку, моторчик. А я так. О боже, ну зачем мне такое говно? Без говна не будет ничего хорошего. Чтобы упала тебе лисичка-сестричка, надо сначала нажраться говна, запомни это. Так всегда, тебя накормят говно, а потом оно дропнет. Открывай, открывай прям по ходу 36 сундуков, или там сколько, 40 сундуков. Взламывай все подряд. Этот. Давай, лисичка-сестричка, ты мне должна... О, братик Веник. Иномансер пришел к нам и принес нам... 5 баксов принес, 5 баксиков. 5 или 6? 5,5, так и быть. Ладно, 5,5 баксов, отлично. Давай дальше, один веник, это мало. Нам нужна главная цель, это все-таки лисичка. Лисичка-сестричка, которая будет сестрой моего питомца в игре Тров. Ну ты курнул хорошо сегодня. Я по полной затянулся, братишка. Где же моя сестричка, он южил лисичка. Видишь, это прям уже рифами заговорили. Ну слушай, вообще, если честно, судя с нашего опыта в открытии бульдогов, когда мы открывали этих батчеров Unusual, 139 сундуков, 3 батчера, при этом ни одного Unusual, ну как бы, я думаю, с 36 шанс того, что мы выбьем хотя бы простую лисицу, очень низок, но тем не менее... А ну где-то, как его, не пророчили тут гадкое открытие? Борит кулеш в голове. Шамань, Димон, шамань, главное это... От души верить в то, что лисичка упадет. Конечно же, я думаю, во многом еще зависит от того, насколько поставили процент разработчики при дропе с этого сундука, этой лисички. Поэтому то, что мы там будем шаманить, не шаманить, оно ничего не придет. Нормально, все зависит от Гейбена. Великий Гейбен, пришли мне лисичку-сестричку. У меня уже одна была. Открывай с середины, давай средние сундуки. Не-не-не, я сначала делаю рамочку, ты не понимаешь, я рисую окно, это как бы портал. Это у нас будет портал, рамочка из портала. Какой же портал, у тебя в голове черно-дырный портал будет. Смотри, я завершил портал. Так, портал завершен. Вот, а теперь можно призывать внутри лисичек-сестричек Unusual. Да, сейчас, блядь, 10 Unusual лисичек вызовешь сразу. И, сука, тебя забанят завтра, скажешь, что ты читер. Блин. Портал не работает. Смотри, даже дополнительные сеты особо не дропают. Что-то как-то, если честно... Мы забыли истину. Никогда не открывать вечером сундучки. Они проклятые. Да, ну блин. Пока, честно сказать, не густо. Один веник из скольки? Из скольки открытий? Уже 20 открытий это было, наверное, сделано. О, лисичка. Ну, какая она? Обычная. Сука. За 2 бакса всего. Лисичка, какого хера обычно-то пришла? Давай, Unusual. Еще есть у тебя где-то 10 сундуков. Maybe... Maybe 10, maybe... Не 10, да? Ну, я хотел сказать, что maybe дропнет что-то, но, блин... Так, у нас осталось мало, надо как-то поэкономить их. Давай сделаем портал. Да, поэкономить, не открывай еще. Я скажу, я поэкономлю. Не-не-не, я хочу портал сделать более мелкий. Надо потом будет его обрезать. И внутри, значит, у нас будет Unusual лиса. Слушай, что в твоей голове там происходит? Еще один виномансер. Видишь, портал работает. Это все связано с обновлением World of Warcraft. Там должен прийти легион, значит, мне должна лисичка попасть. А при чем это? Я логики не вижу, но не важно. Ты говоришь, это я курил до хера, ты, походу, весь мир перемешал себе в голове. Давай, у тебя 7 сундуков еще есть на то, чтобы вытащить Unreal Epic Fox? Как она там? Unusual Fox. Фокси из шкафа. Так, давай. Ради. Так, все, маленький портал остался, значит, он должен нам призвать кого-то. Блин, это бесед. Блин, как я сделаю? Надо по центру еще один сундук. Я не смогу давай, сделать открывай. Мини-портал. Зачем? Еще один снизу откроешь. Плюс-минус один сундук в таких... Ооо, да! Веник пришел! И всех с тобой! Это 15 баксов в доп-сетах.
Уже 15, больше, 16, 16,5. Херня, давай дальше, еще у нас 3 сундука. А я даже тебе скажу, в честь великого праздника цветолуния какого-то я придумал, потому что не знал, к чему привязать, то, что ты откроешь еще 3 сундука. Давай еще снизу 3 сундука после этого. Давай, еще одна лисичка. Шаман, давай, лисичка, приди. Приди. Yes. Лиса, лиса пришла. И какая? К нам. Лиса. Секунда. А где она? Че это? Ну, походу, не unusual, это... надеюсь, unusual. Блин, обычная. Сука, две лисички и обычные. Ну что за, блин? Ладно, ничего. Веник! 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 Пришел еще один веник. Так, 4 веника или 3 веника? 4 вроде бы. 4 веника, правильно. Сегодня мы мега шаманим. Знаешь, я захотел уж больше открыть. Давай еще. Открываем все. Все открываем. More treasure. Нет. Все, еще один, все, ладно. Не разгоняйся. Нет, я хочу. Yes, веник! Веник, нет, еще открывай, еще, веники падают, со всех дыр падают веники. Я даже не успеваю посмотреть, там не прорезается сундук. Чувак, ты слишком разогнался. Давай, ладно, еще один ряд, все, один ряд, последний, реально, если ничего не дропает. Давай, веник. Останавливаемся, если ничего не дропает. Походу, Гейбин уже тормоза накидывает, чтобы сундуки не открывались. Гейбин говорит, ё-моё, они сейчас заберут, блядь, кучу лисичек. А, ну давай же, лисичка, последняя. Еще последний, все, это песня. Лисичка, приди, лисичка, приди, лисичка, приди. Это как на концерте этих, знаешь? Как... Блин. Все, нет, сколько у нас в итоге? Ну, и в итоге сколько у нас открытий? Это у нас мы открыли, хотели 36, а вышло у нас их больше на два ряда. На два ряда, ну ладно. 48 всего. Да подумаешь, хер, там 36, 48, херня вопрос. Ладно, ребят, ну, по сути, вы видели, две лисички, не unusual, но как бы, блин, с 48 сундуков две лисички и 6 или 5 сетов. Нет, 4 вроде бы. Нет, 5 веника. 3 4. Тут и 2 там. И 2 сзади, смотри. Нет, что-то 5 ты... 2. Да, секунду. 5 веников и 2 лисички, это с 48 сундуков. Ну, я скажу так, это неплохо. Это неплохо довольно, в принципе, открытие сегодня удалось, так что, ребят, unusual будет в следующем выпуске. Я думаю, мы в следующем выпуске еще сороковник откроем. А потом Димон понесется открывать другие сундуки, которых еще там до хера. Мы просто подумали, что по 20 сундуков, по 15 открывать это мало. И мы решили сделать такой вот бабах, короче. И бабах забабахал нам 5. Бабах. Да. Это без тавтологии, пацаны. Бабах забабахал нам бабах, и вот у нас 5 бабахов одних и 2 бабаха других. А при этом unusual бабаха нет. В общем, всем бабах, не забывайте поставить бабах вверх. С вами был Илья Родеркраш. Всем пока.